Итак, девчонки, у меня такое ощущение, что я просто 100 лет ничего для вас не снимала. Много видео были на самом деле уже предсняты, и я так соскучилась вообще вот поболтать просто с вами. Не знаю, пока что только в формате рук получается, потому что, ну, не знаю. В общем, я хотела показать вам, что мне пришло с AliExpress. Заказывала две палеточки. Вообще это... Ну, как для лица, контурирующие палетки, но вы увидите сейчас, что по размеру это скорее как палетки для глаз, но не в этом суть. Итак, у меня здесь вот так называется бренд, Miho, или как-то так, в общем, все тут на китайском или корейском, highlight и контур. В общем, я не могла выбрать оттенок, поэтому я выбрала оба, которые были, и первый, и второй. И вот такая вот в таких упаковочках приходит. Мне кажется, очень симпатично. Тут какие-то пузырики, сердечки, здесь какие-то листики. Я еще на лицо ими не пользовалась, потому что ждала минутки свободные, когда смогу вам показать, в общем-то. Где-то в районе $2 или 3 стоит одна штучка. Вот такая вот упаковка, вроде как бы совершенно неказистая, и с другой стороны она совершенно такая пластмассовая. Но мне нравится. Здесь такое покрытие, такое какое-то полуматовое, надпись есть. И давайте посмотрим, что у нас. Кстати, здесь есть еще внутри большое зеркало. Так, давайте вот зеркальце. Там я сижу. Я вот так крышечкой прикрою. Итак, первые оттенки. Я не знаю, освещение у меня не лучшее. Посмотрите, какие красивые контурирующие оттенки. В этот раз все сложилось, и действительно оттенки были переданы как-то прям на ура, не то что с предыдущими тенями, которые были заявлены блестки как цвета шампанского, а на самом деле рыжие кирпичные тени просто какие-то пришли. Здесь все классно, давайте сделаем сводч. Ну, конечно же, первый нюанс это то, что вот этот рефильчик, например, для контура, он очень маленький, да, если какой-то кисточкой побольше, то... Хотя, с другой стороны, контур можно делать и кисточкой поменьше, собственно. Очень удобно взять куда-то с собой. И посмотрите, здесь такой принт. В общем, качество здесь супер. Я уже так с краешку немножечко, как сказать-то, потрогала их. Это что-то качество типа а-ля вот такой палетки, тоже китайская. Заказывала на eBay Mother Home, 100 раз ее показывала на канале. Это моя вторая уже. Не знаю, может быть, мне нужно уже и третью заказать. Вот этот вот оттенок, это на все времена для меня и контур, и бронзер. Я вообще могу не запариваться, рыжими бронзерами я пользуюсь довольно редко. И оттенок прям крутой, и качество крутое, хотя стоит просто копейки. Я думаю, это за счет того, что здесь содержится вазелин в составе. Поэтому, ну, они такие, знаете, не сказать, что они очень какие-то там не сыпучие, не да, если смотря какой кисточкой, если вы будете, то, конечно, сыпучие. Итак, такая палетка, если вдруг не видели, не слышали про меня, о ней, где-нибудь на AliExpress или на eBay, вот так называется. Можете погуглить. Вообще, по-моему, она там Blush Palette называется, но здесь, кстати, хороший не только вот этот, но этот довольно темный, но на камеру я тоже могу им попользоваться, кстати, если какое-то такое прям пожестче контурирование. Эти оттенки тоже неплохие, ну и вообще можно даже глаза красить, в принципе. Эту вещь я обожаю уже очень много лет. И вот это примерно такого же качества здесь у нас идет. Просто нежнейшие текстуры. Нет, этот посветлее будет, чем тот. Вообще супер оттенки, конечно же, вам не видно, они просто бархатистые. Я думаю, что здесь, посмотрите, какой пигмент. Можно сделать, я считаю, что это полноценный макияж глаз можно сделать. И, ну, конечно, сейчас сводчи будут такие же, но вы видите, они как будто такие, слегка сатиновые, что ли, хотя текстура матовая. Вот этот оттенок вообще супер просто пигментированный. Таким хайлайтером я точно никогда не буду пользоваться. Ну и как тени тоже. Это такой, знаете, как его называют? Дуохром, что ли, розовый вот этот вот оттенок. Конечно, надо наносить на какую-то базу. Я сейчас просто наношу вам. Но поверьте на слово, очень
достойное качество у палеточки. Как-то хочу, чтобы она была в кадре, вот так вот, да. И покажу вам вторую, оттенок номер 2. Давайте посмотрим, чем он отличается от предыдущего. Пришло довольно быстро все, но относительно Алиэкспресса, конечно, поэтому я довольна. Здесь вот такая уже картинка, но выглядит достойно, согласитесь, не стыдно как-то даже такое достать. Хотя зачем где-то такое доставать, если можно накраситься дома. Но симпатичное оформление, мне, в принципе, очень нравится. 6 грамм написано, то есть здесь продукта немного. И здесь у нас вот такая вот уже палитра. Вот этот оттенок супер. Ну, вы видите, насколько выполнено за 2 доллара. Просто очень хотелось с вами поделиться. Посмотрите, как все выпринтовано, если есть такое слово. Вообще не придерешься, в принципе. Ну, классно же, да? Наверное, это все-таки закос на какие-то, да, более дорогие. И здесь, знаете, я не скажу, что сильно отличаются контурирующие оттенки. То есть вы не ошибетесь ни с первой, ни второй. И там они холодные. Мне кажется, что они вообще одинаковые на самом деле. Нет, немножечко, наверное, все-таки первым посветлее. В общем, сегодня очень пасмурно. Ну, практически на лице это будет незаметно. Сегодня очень пасмурно. У меня горит много света, но все равно видно не очень хорошо. Так. Ну и здесь у нас все то же самое, мы понимаем, уже желтенькое. Ну, пигментация, я не знаю, под глаза такое я бы не стала, конечно, наносить. Хотя, очень даже такая высветляющая пудра. Может быть, даже и попробую как-то консилер закрепить либо желтым, либо розовым. Может быть, будет супер подсвечивать. Кстати, можно попробовать вот этот вот использовать как румяшки. Хотя, ну, он такой, да, вроде белесый. И вот этот вот. Мне не хочется даже, видите, я пытаюсь с краешку где-то. В общем, все контурирующие оттенки, этот чуть темнее. Просто супер шелковистые, супер классные. Такие у меня появились палеточки. Очень-очень хотелось с вами поделиться, вам о них рассказать. Так что, если интересно, пишите. Оставлю ссылочки, продавец мне очень понравился. В принципе, могу рекомендовать, но это ни в коем случае не какая-то там реклама. Мне так хочется пока что, чтобы они лежали в коробочках, потому что, скорее всего, они будут сильно обдираться. А мне хочется, чтобы они, что такое, побыли еще красивыми, в общем-то. Так, лишнее уже телодвижение совершаю. Хочу какой-нибудь просто материальчик поснимать для влога вам, девчонки. У меня и парфюмы здесь стоят, про которые еще не рассказывала. И для дома кое-какие покупки хотела показать. В общем, пока что вот такие палеточки. Итак, у меня тут стоят мои парфюмки. Что-то я трясу камеру, извините. Хочу, наверное, кое-какие убрать. Этим я пользовалась последние дни. Хочу выставить те, которые у меня были в ароматах для новогодней ночи. Потому что действительно хочу ими прям попользоваться. И Линтерди достать. И всякое разное. Уберу пока что, наверное, Ларивчик. Дам ему еще настояться, потому что пока не хватает ему шлейфа. Вот этот носила, прямо классный, супер позитивный. Если не пробовали, девчонки, советую. Если любите сладкие ароматы, здесь какие-то цитрусы, апельсины, даже что-то грушевое. Его сравнивают даже там Слабель, ой, как он там называется, Жан-Поль Готье, который грушевый, в общем, не знаю, насколько похоже, но мне уже безумно стал нравиться флакончик, я не знаю, и действительно аромат сладкий, но сразу скажу тоже, что пока, мне кажется, не хватает стойкости. Что еще, прямо пользуюсь вот этим своим новинкой своей, немного пыльные флакончики, надо мне сейчас все это дело протереть. Так, классный. Ну, разные определенные есть мысли, но мне нравится, что он прям шлейфовый, он прям слышится при движении, взмахе рукой и так далее. Не стыдно такое одеть куда-то в люди, куда-то даже на вечер. Он такой прям очень сладкий на самом деле. Что еще? Прям поносила вот этот. Даже чем-то, мне кажется, они вот в одной волне вот эти. Очень сладкие оба. Но этот более пудровый, этот
более амбровый. Но какая-то вот эта томная сладость, тягучая, и там присутствует. Этот прям поносила, тоже ему не хватает именно шлейфа. Стойкость есть, но шлейфа нет. Но я люблю его, не знаю, просто, наверное, пока что его уберу. Это Avon Attraction Desire, который... Так, не знаю, Арман Басси тоже уже стоит убрать, потому что он все мои видео уже заполонил. Не знаю, уже даже как-то неудобно его показывать, одно и то же показываю. Но иногда прям рука прям сама к нему тянется, поэтому, наверное, уберу его пока что, достану более какие-то праздничные. Хотя этот у меня тоже в праздничных ароматах, ну вы поняли, короче. Его и в пир, и в мир, и куда угодно. Так, вот этот я вообще практически не показываю, но я его тоже тут тестила. Это, так, что это у нас? Бию. Туалетная вода, какой-то французский бренд. Сарантис, ну вот вы видите, да? Вообще нанотины, они прям мелькают. Одно время как-то я думала, что они какие-то вообще неизвестные, но нанотины есть. Разные упаковки у них там. У меня конкретно Heart Beat версия. У них такая идет железная коробка, такая туба прямо. Что скажу? Вот это ягоды, это супер сочно, это супер ярко, это стойко, это шлейфово, хоть это и туалетная вода. И ягоды эти супер мега пластмассовые такие. Вот если вы любите вот эту нотку какой-то пластмассы в ароматах, я знаю, есть такие люди, которые очень любят. Стоит, по-моему, около 8 евро, если я не ошибаюсь. Но это что-то такое. И у них там совершенно разные есть. Я пока только такой попробовала. Но мне нравится флакончик, очень стильный. Редко его показываю, но вот как-то решила тоже показать. Наверное, надо его тоже убрать уже. Ну и там стоит бракарчик. Так, не падает. Здесь еще у меня стоит Avon, который Attraction Game. Знаете, он прямо... Он прямо на тему шоколадовый с какого-то разбавленного какао. Чем-то похож мне на Demeter Fragrance, Library of Fragrance, который я показывала в вишневых ароматах, где вишня, покрытая шоколадом. Здесь вот тоже какой-то такой шоколад а-ля какао. Не знаю, муж сказал вообще совершенно ничего особенного. Я пока не поняла. Но аромат действительно очень такой какой-то, как моно какой-то аромат. Какао, львы с шоколада. Ну, для меня немного это как-то празднично. Даже как-то весело так побаловаться, в принципе. Еще пока поношу. Не распознала его на 100%. Такая у меня ручечка. Машуля мне присылала, за что большое спасибо. Так, Бракар Color Feeling Red. Не буду сейчас за ним тянуться, потому что сейчас буду все доставать и протирать. И боюсь, что сильно затрясу телефон. Ну, не знаю, Бракар оставлю. Нет, я, наверное, его пока уберу, потому что он, ну, просто зимний, как бы. Праздничный, я его еще позже зимой поношу. Хочу немножко другие поносить. Что еще у меня здесь? Так, наконец-то я купила себе ежедневник в конце года. Вдруг поняла, что мне необходимо. И в конце года очень сложно уже найти. Какие-то остатки распродаются. Вот такой вишневенький взяла. Решила в этот раз не делать самой, просто взять уже готовый ежедневник со всеми календарями и так далее. Здесь еще так, в зеркале, кстати, там я. С вами еще не здоровалась. Я вообще такая... Я, кстати, снимаю на новый телефон. Мне почему-то кажется, что качество хуже. Не знаю. И какая-то я кажусь себе огромная. Так. Здесь у меня Задик. Не буду убирать его. Прямо иногда думаю про него и прям тянется к нему рука. Начинаю прям влюбляться в него. Дальше. Вот эти все. Кейт Спейд пока, не знаю, оставлю, наверное, но он очень мощный для дома. Мне кажется, он такой чисто на выход куда-то на улицу. Пока что на улицу, я не знаю, я не успеваю все носить. Halt That Night. Я хочу что-то другое нанести, когда вот выхожу. Понимаю, что у меня уже вся шапка, вся куртка, все пропитано этой вишней и коричневой от Halt That Night, и наношу заново его, чтобы не миксовать. Вот как-то так, девчонки, я не знаю. Запал мне в душу. Вот этот пока нет. Блин, какие пыльные флаконы я вам показываю. Пока нет. Пока нет. Пока я пачули. Пока лови С. Белли. Или как-то мне написали, что неправильно произношу. Я не знаю, как оно произносится. Так.
Кейт Спейд сказала, мощный, классный, очень стойкий, просто супер-мега стойкий. Так, у меня тут детская резинка на фоне, конечно же. Супер-мега стойкий, я не знаю, в базе. В базе очень красивый. Вот в начале какая-то нота этой розы, хотя здесь розы, по-моему, нету, я не знаю, какой-то мускусной розы в начале нота мне в нос сшибает, кстати. Не видно трубочку, я только сейчас заметила, да? Или видно? Но в базе это просто супер мощно, это красиво, это какой-то действительно крем-брюле карамельное, цветочное, вот такой вот искрящийся. То есть аромат стойкий, он в базе супер просто пахнет, просто супер ярко, просто супер. Вы поняли. Так, вот этот все никак не могу, надо его уже убрать. Надо его уже убрать. Ну, опять его доставала, потому что опять к нему рука тянулась. Не знаю, такие у меня какие-то отношения, тяга к Black Opium этой зимой. И уже в коробке вот здесь лежит аналог очередной на Black Opium, который я тоже хочу вместе с вами вскрыть, не знаю, в этом видео или в следующем, пока не знаю. Снимаю вот буквально в попыхах что-то, чтобы поболтать с вами. Такой влог на диване опять или у меня за столом. В общем, так, Паскаль Марабита обожаю, как-то его вынашивала тут. И мне его не нужно именно вынашивать, я его знаю. Это для меня, я вообще наношу его просто на ночь и кайфую просто. Всю ночь, когда если ворочаюсь или бывает плохо сплю, я просто кайфую. Я его слышу, я его ощущаю, он такой классный, он такой интимный, он такой томный, ванильный. Не томный, нет, он не томный. Он не тяжелый, он такой легко-томный, если можно так сказать. Короче, сейчас буду все здесь перебирать, протирать от пыли. Перед Новым годом хочу, чтобы все было чистенько. Так, и, возможно, если останется времечко, еще отсниму видео с распаковкой нового ароматика. Так, еще. У меня есть куча ароматов, которые мне передавала Виктория. Это моя подписчица, живет в моем городе. Вот. Я не показываю эти ароматы, девчонки. Я решила оставить это на Новый год, потому что сейчас я хочу поносить то, что у меня есть. И новинки какие-то приходят. Я хочу спокойно начать разнашивать это постепенно. Так что остаемся на связи. Собственно, я уже наснимала на влог на полчаса просто. Вот. Так что буду прекращать. В общем-то, подписывайтесь, если кто-то здесь случайно. Не все видео у меня такие хаотичные. Иногда у меня более конкретные какие-то обзоры есть и мнения. Сегодня, в общем, как-то так в предновогодней суете. Сегодня у меня 30 декабря. Поэтому я как-то так все, в общем-то, немножечко поснимала. Буду наводить порядки, собственно. И пока что, не знаю, возможно, пока-пока на этом кадре. Что я хвастаюсь, но я хотела просто поделиться. У меня появился второй флакон моего любимого аромата. Знаете, что я думаю? Что все-таки не только дети должны верить в чудеса, но и взрослые тоже. Потому что чудеса есть. Теперь у меня просто две мои красотулечки. Я там отражаюсь в колпачках. Вот, и теперь я не экономлю, я просто еще больше люблю этот аромат. Это просто коричная бесподобная вишня.
Вкусняшечка, короче, просто. Появился у меня благодаря моей подписчице. Большое спасибо, Виктория. Вы просто моя фея. Вы новогодние чудеса творите. Спасибо вам огромное за такие классные подарки. Вот. Как приобрела? Не убирала еще ни разу этот флакон в ящик. Уже думаю, что пора убрать и попользоваться чем-то другим. Но пока что не могу. Наверное, пока зима и холодно, я буду все-таки им пользоваться. Поэтому... Ну, вообще, он стоит у меня не здесь, на самом деле. Он стоит у меня в другом месте, под рукой, именно чтобы пшикаться на улицу, в общем-то. Так вот, хотела показать вам мой новый Cult at Night. Очень хочу еще Хаяти. Девчонки, размышляю. Пишут, что он простенький, конечно. Поэтому сомневаюсь пока. Напишите, у кого есть Хаяти. Стоит он своих денег? Или поискать какой-то аналог? Вот как вы думаете? Итак, чистота, порядок. Вот так вот поставила сюда мои зимние такие. Ну, просто мне нравится, как сочетается белое с синим. И сюда поставила новогодние, праздничные. Не все, которые были в подборке. Просто физически все не успею поносить. Возможно, поношу их потом. Вот этот в подборке не был. Но у меня тогда его еще и не было. Вполне себе тоже может быть новогодним ароматом. Вот, и хочу поносить тоже Линтер Ди. Вообще зимой его, мне кажется, я никогда его не носила. Соскучилась. Так, вчера уже носила вот этот на улицу. Обожаю эту дымную ежевичку. Это шлейфово, на улицу в самый раз. Никого не задушите. Но запах, скажем, не прямо такой. На каждом углу такое не встретишь. Поставила гипноз. Раду, хотела убрать, но не знаю, пока что оставила. Вот, собственно, как все получилось. Все чистенько, все убрала. Теперь со спокойной совестью сажусь смотреть видео девчонок на YouTube. Не знаю, наверное, буду смотреть Машу. Обожаю, Маша, твои видео про коллекцию парфюмерии. Смотрю просто запоем, иногда не успеваю, но ни одного видео не пропускаю. Ты это знаешь. Вот, аромат, наверное... Ароматное видео девчонки будет потом отдельно. У меня три новых парфюмчика, три. Нужно мне с ними, наверное, немножечко познакомиться. Вот. Вот. Так что все. На этом точно все. Заканчиваю влог. Всем хорошего времяпрепровождения. Надеюсь, у вас все хорошо, у вас новогодние каникулы и так далее и тому подобное. Всем хорошего настроения. И до новых встреч. Пока-пока.